Это будет в подборке Hearthstone Best Moments. Он все отдал! Чем ты меня будешь убивать? Маргами, механологами? Мы сделали все правильно. Я не знаю, где здесь было не стоит, мы сделали все правильно. Сделай спелл, затролль меня и не умри. Нужно теперь попрыгать, да? И похлопать на ладоши. Так. О, реально дропсы! Охренеть! Я два пака сразу залутал! Оу, щит, бой! Ну все, раз. Здорово. Привет, Оля, привет, Оля. Настраиваю стримчик, как говорится. Так. Привет, привет, привет. Сейчас свет еще включу, а то мало света. Мало света. Тетя Света, что-то мало света, бро. Начинаю уже, сколько можно ждать. Да. А мы спешим куда-то? Куда спешим? Наполняются на меня восторг, ведь больше я не один. Опа, какие люди. Ну я подрубил уже. Только попозже, если можем пойти. Трахотелок. Ладно, шучу. Ну чё, чат? What up? Как делишки? Как ваша... Сегодня что, пятница? Как? Пацанов трахать? Ладно, вот это ты, конечно, зря наши планы раскрыл. На самом деле, это правда. Хороший стрим, спасибо. Завтра пойдем, хорошо. Хорошо. А, так чё, ёпты, пауни. И девочки тоже, как делишки. Борщ остыл, стопка нагрелась. А после такого у меня привстал даже, после такого. Завтра шашлыки пойду делать и пацанов трахать. Нормально, батик. Так, ну можно БТВ поигваться тут. С картами. Так. Блин.
Я же сегодня стримил доту. И Клаутыч зашел, оказывается, ну и переподписался на 100 тысяч месяцев, потому что он из самых, один из самых холдовых вообще подписчиков моих. Оказывается, что у Клаута день рождения сегодня, прикиньте. А я, блин, пропустил. Моментик. Ну ладно, может он еще раз заглянет? Тогда сможем... Тогда сможем поздравить всем стримом, как говорится. Здравствуй, крахмальная неожиданность. Ебать, неожиданность крахмальная. Я вижу, с тобой пришли еще гости. Я вижу, с тобой пришли еще гости. Так. Я запущу стрим. Поехали. Стрим идет, а тебя нет. Всех с пятницей. Всех с пятницей, кстати. Всех с пятницей, с пятницей, с пятницей. Так, Twitch на месте. YouTube разгоняется пока что. Хочешь промочить горло? Хочу. Ча. Я в группе ВК пощу просто анонс стрима Пауни. Так, это что такое? Это Карель разменяла, сама получила. То есть я могу ингануть с нее полноценно. Не хочу ему давать еще один. Еще одно удешевление, в принципе, пойдет. Так. Всех с пятницей. Так. Принял. Так, и пощу в телеге. Все. Так, еще раз здравствуйте. Еще раз здравствуйте. Анонс сделал, все запостил. Все, выключил лишнее. Так, ну что, рассказывайте. Рассказывайте, как это вообще? Как какается Пауни? Кайфы. Я покакал, понял. Здрасте, здрасте. Скинь код этой сборки и колоды, пожалуйста. Эта сборка старая, тут одна колода, карта только поменялась, от массового превращения появилась вместо, по-моему, вместо Мутануса-пожирателя, и код этой колоды сможешь найти на YouTube-канале. А так, типа, просто мне... впадлу кидать, потому что она у меня сейчас не в буфере обмена. Вот. Основная проблема. А так этот корабль волна не возьмет, если что. Можем просто стучать по голове этому чувапчичу. А, блин, ладно. Сербский самогон пью. Ого. Аккуратнее, говорят, что кто набухивается у меня на стриме, тот всегда донатит, так что осторожно, побойся за свои средства. В декабре новый доп? По-моему, нет. Здрасте, Алина. Здрасте, Мария. Капец, у меня девочек в чате. Привет, Плакич, это я, Снежок. Зачем запустил картонки, когда болеешь? Жду, офф. Понял, спасибо, не знаю. А чё ждёшь, тоже не знаю. Спасибо за донейшн. Это приятно всегда.
Да, я девочка, да еще и без сапки. Ты попрошайка мальчик, таких не уважаем. Такие у нас не уважаются персонажи. Не остановишь. Начал играть. Наверное, просто с чужого ака сидит. Недавно уже собрал токен друида, тот самый. Но мага так перешел полностью в ведьмин лес. Это норм результат. Да, норм результат, конечно. Когда у тебя есть уже одна хорошая колода за. Там, не знаю, за пару месяцев игры, если у тебя эталонная дека хорошая есть, то да, это супер. Супер-пупер. Но главное, знаешь, главное не то. Не тот факт, что у тебя там есть колоды, не колоды, да. Главное, чтобы у тебя интерес играть не пропадал. Потому что у тебя могут быть все карты, а играть не хочется. И что это такое? Привет, может шофнешь то этот ХС и пойдешь стримить в бассейн? Хорошо. Мне нравится. Будем скелетиков. Мордреш почти заряжен. Есть девятка, есть семерка. Осталось только Теотара найти, чтобы под браном украсть у него Динатрия. Кемлягу взял чернокнижником. Видос сегодня вышел, можешь глянуть. Можно ли начать снова играть, пропустив два хода? Или могу скрафтить все карты, чтобы быть в мете? 2-3 года. Блин, я не прочитал. Да, конечно. Конечно, можно. Пу-пу-пу. Да не хочу я пропочить горло. Сидит, на паладине играет. Интересно. Пусть свет дарует тебе покой. Окей. Сколько у него умерло? 1, 2, 3. Ну ладно, немного там. Даже не близко. Причем у меня еще секрет такой противный, это просто. Да. От него еще отыгрывать надо. Но у него есть рекрут, окей. Но это запрещает ему Динатрия на этом ходу разыгрывать какого-нибудь, да. Что еще может быть, Кариэль? Я не знаю, почему он ее не ставит, но мне нужно успеть сделать Мордреша на 10, чтобы мы застапили летал какой-нибудь условный. У тебя случаем вебка не поверх вебки? Нет. Это такой эффект рамки. Ну, Мордреша потерять сейчас будет потеря великой. Надеюсь, что там не Мордреш. Все карты можно скрафтить за пыль или есть те, которые только сдонат? Все можно скрафтить за пыль, да. Блядь, реально ты Мордреша нашел, ёбище? Ж ты хуёвый, сука, блядь. Просто игра, это сразу с нулевой меня минус моралит. Игра для тупых уёбков. Просто сын шлюхи ёбаный, спидозный. Ну да. Ты найдешь Мордреша, блядь. Из всех карт, нахуй. Я не знаю, мне нужно... Испиздила самую важную карту. Ну, по заслугам. Свет меркнет, но мы... Ну, это пофиг. Потому что несколько стола... Ну, блин, самое лучшее было бы дикий огонь, либо добор. Да, конечно. Уебище ебаное, блядь. Конечно, конечно, все верят, сука. Шлюхи ебаной. Да, да.
Привет. Привет, хороший стример, спасибо. Спасибо, спасибо. Уже лучше некуда. Сейчас кастанет Карель и закончится моя игра. Ой, сижу. Поставил Теотара на 8 карт. Спиздил. Да, да. Конечно, на выбор дается. Не знаю, ну как это можно, блядь, сделать? Эту карту. Просто вот мне интересно, как ее. И давай, на лох. Молодец. Умничка. Ну ладно, это уже показывает, что у него нечего играть. Окей. Это показывает, что нечего играть. Плюс непонятно. Смотри, я тоже такую карту играю. Вопросы? Изголодавшийся шут Варден, чтобы заблокировать 5 урона. 5 урона заблокировать — это кринж полнейший, потому что у меня есть смарт-трэш. И т.д. и т.п. Ну да, у меня горит жопа только из-за Теотара, гайз. Ну, я не знаю, типа... Сколько бы я не защищал эту карту, ну, так как все-таки справедливо, что она есть у всех, все равно из-за того, что она на ней не написана... Украдите ключевую карту вашего оппонента с боевого клича и замените на мусор из вашей руки. Вот это меня не может оставить безразличным. Понимаете? Ну, это найс. Это найс. Это слабый ход. Это ничего ему не дает. У меня есть андрэш. Опечатку в Теотаре? Ха-ха, да. Теотаре опечатка, вы что, не понимаете? Сколько? Три. Даже делаю так, чтобы если он что-то попытался зачистить, ему еще прилетело дэмэджа. Привет, 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 да. Че, Мутану сыграл? Он хуёвый или просто овцы сильнее? Сейчас овцы, кажется, сильнее, да. Сейчас тебе могут выстроить такой стол, что только овцы могут его законтрить. Мутанус никак не спасет в этой ситуации. Плюс под овец можно подсетапить стол хорошечно, так как ты постоянно морозишь, делаешь самый выгодный стол, и в результате как бы да. Причем, кстати, заметьте, интересный факт. Моя колода снесла не 40 хп, а 60, даже 70 за эту партию. Потому что у ёбище выставила Динатрия и 100 тысяч лов. Держу в курсе. Забыл, что я КВК у тебя украл или что? Они без провокации будут? Пам-парабам. Пам-парабам. Делюсь, что сегодня покушал. Заказал сегодня снова вкус вилл горячее. Вот. Скоро они у меня рекламу начнут брать. Вот, и съел, короче. А, да, цезарь невкусный, не берите, нахуй надо, вообще говно. Вот, я взял куриную какую-то там отбивную с, значит, с запеченной картошкой. Такой маленькой, да. Вообще офигенно, всем советую. Что-то там, сколько, 300 рублей, да. В азбуке вкуса кулинарию попробую, это просто пушка. Я, насколько знаю, азбука вкуса — это для тех, кто очень богатый. Поэтому я избегаю данные магазины продуктовые. Помню, один раз по фану там купил шоколадку за 400 рублей.
пиво лучшее однозначно. Пиво лучшее. Но, наверное, все-таки пиво дорогого так-то, в принципе, ну, точнее, ценовая категория пива не то чтобы сильно различается, да? Ну, там, пиво есть пиво, как говорится, да? Ну, дикий огонь с первого хода просто хаваем. Хорошее пиво еще лучше. Классно тебе, ты ешь фастфуд постоянно и худой. Это не фастфуд, я не ем фастфуд постоянно. Что это за обвинения такие? Нет, ни в коем случае. Я не употребляю фастфуд постоянно. Разве заказать готовую домашнюю еду горячую, разогнанную, хотел сказать, разогретую, это фастфуд? Нет, ни в коем случае. Это считай... Ну вот, вчера я заказывал гречку с котлетой. Что, это фастфуд, по-вашему? Нет, не фастфуд. Вот, классная гречка. Это база. Гречка — это база, кстати, да. Гречку грузин хавает, постоянно говорил. Путаешь фастфуд и джанкфуд? А ты какой-то душный. Притянутое за уши определение фастфуда, которое вообще один в один с джанкфудом совпадает, чисто чтобы стримеры были неправы. Сидим, доказываем. Кому что доказываем, непонятно. Хорошо, сидим до дитя смерти. Потом он делает дитя смерти, потом я делаю это в дитя смерти, т.д. и т.п. Где можно твои деки взять, скопировать? Я пытался присоединить к Данки Топу мой Twitch аккаунт и вообще мою колоду, но он, короче, не схавал, поэтому... Поэтому я пернул. Нераскрытое дело, найс тема. Потому что он сейчас захочет делать наверняка Дитя Смерти. Я делаю Дитя Смерти в ответ, он делает свои Дитя Смерти. Я делаю Дитя Смерти через Серого Мудреца. И мы получаем всего лишь на 2 дэмэджа больше. На 4. Потому что он еще бьется в лицо параллельно, а я как бы не успеваю. Вот. Ну и плюс то, что он тратит. Но это Дитя Смерти стабдека, кстати. Что показывает, что скорее всего у него не будет второго Дитя Смерти. Вот. И это охуенно понимать. О, кстати, сейчас найс темой было бы это все масполи дать. На next бахнуть. Не, все-таки я сделаю так, как хотел. Масполи дам в его килтузада, скорее всего. Рекомендую покупать продукты в Глобус Гурме. Да я с сиротой играю, видите. О, кайф. Да, мне нравится. Ну, все, въебало полетело преимущественно. Ну, тот, кто делает... Ну, плюс я еще как бы игнорирую, во-первых, отсюда дофига дэмэджа, потом я игнорирую дофига дэмэджа с его Дитя Смерти с попугая, если у него есть. То с лицом кайф, кайф. Вот, блять, ну геймплей, сука, такой тупорылый у нас, я в шоке. Ну посмотрите на этот геймплей, это вообще пиздец. Это ж просто, ну, кому расскажи. Кому расскажи. Пиздец, два просто каких-то гиперу ебана сидят, колдуют костянов. Если он сделает сейчас килтузада, у него, к сожалению, на одного члена семьи меньше станет. Но я не могу от этого отыграть. Кто знает, какие тайны наши... Сука. Ебланище влагалище, пиздун дрочило. Сейчас украдет Теотара, а потом Брана. Да, верим, блядь. Угу. Ой, господи, как с тобой сыграть? Никак, братик. Ну, можешь со мной попасться в легенде, не знаю, но я не люблю стрим-снайперов, привет. Я в ахуе вообще просто. Что это такое? Ага, думает. Заберу Брана сейчас, но не знаю. О, Брана не забрал, это ж надо, блядь. Монетку подкинул, хорош. Подбрось монетку, флик, орел, решка. Да, добор не помешает.
конечно. Минимально. Ну, совсем минимально. Да. Ебал я тебя в рот, сука. Ну, спасибо. Anyway, так. Благодарю. Благодарю, благодарю. 3, потом 10 с этого. Да, в принципе, я, пожалуй, вот так сделаю. Потому что, если это Мордреш, то по мне был бы на прошлом ходу летал. Вот поэтому, как бы, оценимся. Что такое токсичность игрока стала? Да не я токсичный стал, а токсичные карты в игру добавили. Захожу, и мне буквально за 15 минут стрима разыгрывает уебище. Вот сейчас вот девятку рандомную, которую ему айсблок дает. Перед этим разыгрывает, блядь, Теотара в ключевую карту. Перед этим в ключевую карту у меня Теотара разыгрывают. Ну, я сижу, просто хаваю это, потому что я должен стримить эту игру ебаную. Ну, в принципе, в остальном, ну, я вообще не токсичный, как бы. То есть, где что, кто стал, хз, блядь, но это точно не про меня, как бы. Ну, мне впадло играть, просто девятку в ответ разыграю. Хотя лучшим плеем здесь снежная буря будет. 12 маны остается. Ага, ну да, все, я понял. Да, я все понял. Я все понял. Угу. Ты молодец. Победа за тобой. Ты молодец. Ты молодец. Ты хорошо сыграл. Ты молодец. Ты повторил все мои ходы. Ты хорошо сыграл. Ты молодец. Ну, такие дела. Хардстоун. Вот так. Ну, то есть, я, если что, вообще не менялся за эти все года, становился только лучше. Как человек, как личность, как друг, как любимый человек. Вот, ну, Хардстоун с каждым днем становится все интереснее и интереснее с добавлением карт, которые я бы не хотел видеть, если честно, в игре. Как и многих разрабов, уёбков, которые вообще, ну, нихуя не понимают, как в эту игру играть и что делать. Но они-то в Irvine, Калифорния живут, да, правильно, на зарплате сидят и рисуют картинки, а я, ну, сижу в оккупированных, блядь, странах, нахуй. То в Беларуси, то в России, вот, и моё ебало вообще закрыто должно быть, так что, ну, давайте на позитиве просто хавать, что дают, как обычно, в принципе. И главное, не обляпаться. Добавим огоньку. Аградх, походу, раз он 30 карт играет, либо это Рога. Это релик ДХ 30 карт. Так, ну это уже интересно, кстати. Ну, можно темпануть, а можно сыграть жадно. Я предпочту сыграть жадно, потому что ДХ никогда не чистит этот стол собственный. Я на next ставлю Вардена, морожу этот стол, он ничего не делает. Потом я делаю монетку и дитя. Трейжу Вардена сюда. Дитя вызывает 1, 2, 3, 4, 5, 6 костянов. И если он ставит еще этого Нагу, да, то это будет 7 костянов, фулл стол. И это, в принципе, можно считать выигранной игрой, потому что такой стол сразу сложно законтрить. Что тебя делает более токсичным, ХС или Дота? Да, ХС, конечно. Здорово, Писюнмен, привет. Привет. Недавно видел видос ХС 2016, ВС 2022, это пиздец. О, так тебе, значит, понравится наш коллапс с томатом. Идеальная монокривая. Впрочем, ничего нового. Заказываю латы, ребята, себе с круассаном, чтобы успокоиться. Так. А, ты нарлял, получается, два удара хаоса. Ага. Понятно, верим. Ну, я контрю его ход с ПО-ом. Предсказуемо. Предсказуемо, еблан. Лучше я вызову... Так, надо больше. Но мне повезло. Табдек спас ситуацию. Если бы не табдек нолика, я бы не смог сыграть монетку и, соответственно, не сделал бы шестерку. Он сыграл абсолютно правильно. Вот, но нам повезло. С
Салам, да, да, Сильверклауд, привет, да, я ждал, что ты еще раз зайдешь. С днем рождения, вот. И Дашка рассказала, блин, забавно, как в день рождения многие дарят подарки, наоборот, вместо того, чтобы их получать. Сильверклауд, поздравься с Дрэпауни. Реально, ну, как бы, уважайте старших. Ты на маге только играть будешь? Не знаю, посмотрим по тому, как игра пойдет. Утопить! Наигрался, Буатик. Каких пор территории стали оккупированы? Ну, я про власть, типа. Что делает... Так, ты ответил. Я сам играю в ХС 2014, точнее, как уже играю давно, но с любой людьми, у которых еще жопа не сгорела окончательно. Не, ну просто сейчас мне, честно говоря, мета не нравится. Так я всегда люблю играть в Хардстоун. Если бы я не любил играть в Хардстоун, я бы в него как бы не играл. Вот, но, бля. Когда такое показывают... О, господи. Ебал я мать разраба, который добавил Теотара в игру. Во всех позах, известных человечеству. Ну, в смысле, не самое худшее. У меня теперь нет двух алиби. А у него есть два алиби. Что скажете? Ну и плюс чел сейчас будет раскастовывать... Да, детка, вперед, блядь. О, да. Обожаю. Кто знает, как пишется Зиношари? Есть кто-нибудь? Меня! Выбери меня! Ну, главное ебло ему заморозить, на самом деле-то, потому что он иначе не сможет бить, а там основной дэмэдж ДХ все-таки с лица вносит всегда. Со стола ему сложно сетапиться. Вот. Не, хорошая лего, 100%, офигенная. Просто для меня очень плохо он сделал, очевидно. Мне сложно обыграть вокруг нее, когда у меня 10 смерти вот здесь буквально, да, это самый лучший плей. Вот, а... Ну, понял, короче. Плюс дамардреша немного. Ну, тут идет все-таки уже вопрос того... Видишь, ну не может. То есть, если бы он мог бить, мне кажется, что он бы мог сделать куда больше. Но у нас девятка есть с другой стороны, да? Девятка вообще ебет. Надеюсь, что он сейчас попадет в 4-1. Хотя тут не важно, даже если он в лесу будет карась. И сюда пинг. Просто делаю шестерку. Играем с Ивова. Я думаю, что еще будет время разыграть девятку хорошо. Плюс мы прокачиваем Динатрия немного. У него может быть Динатрий вполне. Удешевленный Динатрий. Он поставил тайник, но если они находят реликвию измерений, то ему хуево. Из пяти карт у него два алиби. То есть у него, считай, три играбельных карты. Все остальные это мой сейв, который он у меня украл. Но так как у нас 36 хп с учетом брони, нас это не пугает. Ну, уебище, находит реликвию. Блять, и всю свою колоду делает за 0 маны. Сейчас будем хавать очень интересные. Ладно, не за 0, но как бы обидно anyway. Ладно, у нас есть девятка. Он может пожадничать и не сыграть алиби. А алиби я на его месте играл бы всегда. Пожадничал, кстати. У него 22 хп, но нужно, чтобы все въебало полетело. Даже не близко. Даже не близко, хорошо. Ну, 18, как бы, да.
18 это, ну, не летал, но я всегда ставлю динатрия здесь. Чтобы быть на 46 хп, и чтобы он нас точно не пробил. И сейчас курьер Аймурат еще прибудет вместе с кофе, и это будет вообще гениально. А, он ставит второй тайник, у него еще осталось реликвия, которую он заберет по-любому динатрия. Да-да-да. Это будет в подборке Hearthstone Best Moments. Он все отдал! Чем ты меня будешь убивать? Маргами, механологами? Мы сделали все правильно. Я не знаю, где здесь было не стоит, мы сделали все правильно. Сделай спелл, затролль меня и не умри. Нужно теперь попрыгать, да? И похлопать ладоши. Так. О, реально дропсы! Охренеть! Я два пака сразу залутал! Оу, щет, бой! Ну все, раз. Роляет очередной на скрипт на хил на 8! На 8-8! Well played! И ставит 4. Здорово. Привет, Оля, привет, Оля. Настраиваю стримчик, как говорится. Так. Привет, привет, привет. Сейчас свет еще включу, а то мало света. Мало света. Тетя Света, что-то мало света, бро. Начинаю уже, сколько можно ждать. Да. А мы спешим куда-то? Куда спешим? Наполняются на меня восторг, ведь больше я не один. Опа, какие люди. Ну я подрубил уже. Только попозже, если можем пойти. Трахотелок. Ладно, шучу. Ну
Ну чё, чат? What up? Как делишки? Как ваша... Сегодня чё, пятница? Как пацанов трахать? Ладно, вот это ты, конечно, зря наши планы раскрыл. На самом деле, это правда. Хороший совет, спасибо. Завтра пойдем, хорошо. Хорошо. А, так чё, ёпты, пауни. И девочки тоже, как делишки. Борщ остыл, стопка нагрелась. А после такого у меня привстал даже, после такого. Завтра шашлыки пойду делать и пацанов трахать. Нормально, Ватик. Так, ну можно БТВ поиграться тут. С картами. Так. Блин. Я же сегодня стримил доту. И Клаутыч зашел, оказывается, ну и переподписался на 100 тысяч месяцев, потому что он из самых, один из самых холдовых вообще подписчиков моих. Оказывается, что у Клаута день рождения сегодня, прикиньте. А я, блин, пропустил момент. Ну ладно, может он еще раз заглянет? Тогда сможем... Когда сможем поздравить всем стримом, как говорится. Здравствуй, крахмальная неожиданность. Ебать, неожиданность крахмальная. Я вижу, с тобой пришли еще гости. Я вижу, с тобой пришли еще гости. Так. Я запущу стрим. Поехали. Стрим идет, а тебя нет. Всех с пятницей. Всех с пятницей, кстати. Всех с пятницей, с пятницей, с пятницей. Так, Twitch на месте. YouTube разгоняется пока что. Хочешь промочить горло? Хочу. Ча. Я в группе ВК пощу просто анонс стрима пауни. Так, это что такое? Это Карель разменяла, сама получила. То есть я могу ингануть с нее полноценно. Не хочу ему давать еще один. Еще одно удешевление, в принципе, пойдет. Так. Всех с пятницей. Так. Принял. Так, и пощу в телеге. Все. Так, еще раз здравствуйте. Еще раз здравствуйте. Анонс сделал, все запостил. Все, выключил лишнее. Так, ну что, рассказывайте. Рассказывайте, как. Как какать вообще? Как какается пауни? Кайфы. Я покакал, понял. Здрасте, здрасте. Скинь код этой сборки и колоды, пожалуйста. Эта сборка старая. Тут одна карта только поменялась от массового превращения. Появилась вместо... По-моему, вместо Мутануса-пожирателя. И код этой колоды сможешь найти на YouTube-канале. А так, типа, просто мне... впадлу кидать, потому что она у меня сейчас не в буфере обмена. Вот. Основная проблема. А так этот корабль волна не возьмет, если что. Можем просто стучать по голове этому
Чувак, чичу. А, блин, ладно. Сербский самогон пью. Ого. Аккуратней, говорят, что кто набухивается у меня на стриме, тот всегда донатит, так что осторожно. Побойся за свои средства. В декабре новый доп? По-моему, нет. Здрасте, Алина. Здрасте, Мария. Ты капец, у меня девочек в чате. Привет, Плакич. Это я, Снежок. Зачем запустил картонки, когда болеешь? Жду оф. Понял, спасибо, не знаю. А чё ждёшь, тоже не знаю. Спасибо за донейшн. Это приятно всегда. Да, я девочка, да ещё и без сапки. Ты попрошайка, мальчик, таких не уважаем. Такие у нас не уважаются персонажи. Не остановишь. А, начал играть. Наверное, просто с чужовака сидит. Недавно уже собрал токен друида, тот самый... Ну, маг, так, перешел полностью в ведьмин лес. Это норм результат. Да-да-да, норм результат, конечно. Когда у тебя есть уже одна хорошая колода за... Там, не знаю, за пару месяцев игры, если у тебя эталонная дека хорошая есть, то да, это супер. Супер-пупер. Ну, главное, знаешь, главное не то... не тот факт, что у тебя там есть... Колоды, не колоды, да. Главное, чтобы у тебя интерес играть не пропадал. Потому что у тебя могут быть все карты, а играть не хочется. И что это такое? Привет, может шофнешь то этот ХС и пойдешь стримить в бассейн? Хорошо. Мне нравится. Будем скелетиков. Мордреш почти заряжен. Есть девятка, есть семерка. Осталось только Теотара найти, чтобы под браном украсть у него Динатрия. Я в Легу взял чернокнижником. Видос сегодня вышел, можешь глянуть. Можно ли начать снова играть, пропустив два хода? Или могу скрафтить все карты, чтобы быть в мете? А, 2-3 года. Блин, я не прочитал. Да, конечно. Конечно, может. Пу-пу-пу. Да не хочу я промочить горло. Сидит, на паладине играет. Интересно. Пусть свет дарует тебе покой. Окей. Сколько у него умерло? Раз, два, три. Ну ладно, немного там. Даже не близко. А, причем у меня еще секрет такой противный, это просто. Да. От него еще отыгрывать надо. Но у него есть рекрут, окей. Но это запрещает ему Динатрия на этом ходу разыгрывать какого-нибудь, да. Что еще может быть Кариэль? Я не знаю, почему он ее не ставит, но мне нужно успеть сделать мордреши на 10, чтобы мы застапили летал какой-нибудь условный. У тебя случаем вебка не поверх вебки? Нет. Это такой эффект рамки. Ну, мордреша потерять сейчас будет потерей великой. Надеюсь, что там не мордреш. Все карты можно скрафтить за пыль или есть те, которые только за донат? Все можно скрафтить за пыль, да. Блядь, реально ты мордреша нашел, ёбище? Ж ты хуёвый, сука, блядь. Просто игра, это сразу с нулевой меня минус моралит. Игра для тупых уёбков. Просто
со шлюхи ебаной спидозной. Ну да. Ты найдешь мордреша, блять. Из всех карт, нахуй. Я не знаю, мне нужно 20 карт, чтобы в руке было, чтобы это уебище испиздило самую важную карту. Ну, по заслугам. Свет меркнет, но мы... Ну, это пофиг. Потому что не скастовал. Ну, блин, самое лучшее было бы дикий огонь, либо добор. Да, конечно. Уебище ебаное, блядь. Конечно, конечно, все верят, сука. Шлюхи ебаной. Да, да. Покайся. Все верят. Привет, хороший стрим, спасибо. Спасибо, спасибо. Уже лучше некуда. Сейчас кастанет Карель и закончится моя игра. Ой, сижу. Поставил Теотара на 8 карт. Спиздил. Да, да. Конечно, на выбор дается... Не знаю, ну как это можно, блядь, сделать? Эту карту. Просто вот мне интересно, как ее... И давай, на лох. Молодец. Умничка. Ну ладно, это уже показывает, что у него нечего играть. Окей. Это показывает, что нечего играть. Плюс непонятно... Окей. Ну, смотри, я тоже такую карту играю. Вопросы? Изголодавшийся шут Варден, чтобы заблокировать 5 урона. 5 урона заблокировать — это кринж полнейший, потому что у меня есть смарт-трэш. И т.д. и т.п. Ну да, у меня горит жопа только из-за Теотара, гайз. Ну, я не знаю, типа... Сколько бы я ни защищал эту карту, ну, так как все-таки справедливо, что она есть у всех, все равно... из-за того, что она... На ней не написано... Украдите ключевую карту вашего оппонента с боевого клича и замените на мусор из вашей руки. Вот это меня не может оставить безразличным. Понимаете? Ну, это найс. Это найс. Это слабый ход. Который ничего ему не дает. У меня есть Андреш. Опечатку в Теотаре? Ха-ха, да. Теотаре опечатка, вы что, не понимаете? Сколько? Три. Даже делаю так, чтобы если он что-то попытался зачистить, ему еще прилетело дэмэджа. Привет, да. Че, Мутану сыграл? Он хуёвый или просто овцы сильнее? Сейчас овцы, кажется, сильнее, да. Сейчас тебе могут выстроить такой стол, что только овцы могут его законтрить. Мутанус никак не спасет в этой ситуации. Плюс под овец можно подсетапить стол хорошечно, так как ты постоянно морозишь, делаешь самый выгодный стол, и в результате как бы да. Причем, кстати, заметьте, интересный факт. Моя колода снесла не 40 хп, а 60, даже 70 за эту партию. Потому что уебище выставило Динатрия и 100 тысяч лов. Держу в курсе. Забыл, что я КВК у тебя украл или что? Они без провокации будут? Пам-парабам. Пам-парабам. Делюсь, что сегодня покушал. Заказал сегодня снова
Вкус вилл горячая. Вот. Скоро они у меня рекламу начнут брать. Вот. И съел, короче... А, да, цезарь невкусный, не берите, нахуй надо, вообще говно. Вот. Я взял свиную... Ой, свиную, куриную... какую-то там отбивную с, значит, с запеченной картошкой, такой маленькой, да? Вообще офигенно. Всем советую. Что-то там сколько? 300 рублей, да? В азбуке вкуса кулинарию попробую, это просто пушка. Я, насколько знаю, азбука вкуса это для тех, кто очень богатый. Поэтому я избегаю данные магазины продуктовые. Помню, один раз по фану там купил шоколадку за 400 рублей. Пиво лучшее однозначно. Пиво лучшее. Но, наверное, все-таки пиво дорогого так-то, в принципе... Ну, точнее, ценовая категория пива не то чтобы сильно различается, да? Ну, там пиво есть пиво, как говорится, да? Ну, дикий огонь с первого хода просто хаваем. Хорошее пиво еще лучше. Классно тебе, ты ешь фастфуд постоянно и худой. Это не фастфуд. Я не ем фастфуд постоянно. Что это за обвинения такие? Нет, ни в коем случае. Я не употребляю фастфуд постоянно. Разве заказать готовую домашнюю еду, горячую, разогнанную, хотел сказать, разогретую, это фастфуд? Нет, ни в коем случае. Это, считай... Ну вот, вчера я заказывал гречку с котлетой. Что, это фастфуд, по-вашему? Нет, не фастфуд. Вот, классная гречка. Это база. Гречка это база, кстати, да. Гречку грузин хавает, постоянно говорил. Путаешь фастфуд и джанкфуд. А ты какой-то душный. Притянутое за уши определение фастфуда, которое вообще один в один с джанкфудом совпадает. Чисто чтобы стримеры были неправы. Сидим, доказываем. Кому что доказываем, непонятно. Хорошо, сидим до дитя смерти. Потом он делает дитя смерти, потом я делаю это в дитя смерти, т.д. и т.п. Где можно твои деки взять, скопировать? Я пытался присоединить к Данки Топу мой Twitch аккаунт и вообще мою колоду, но он, короче, не схавал, поэтому... Поэтому я пернул. Нераскрытое дело, найс тема. Потому что он сейчас захочет делать наверняка Дитя Смерти. Я делаю Дитя Смерти в ответ, он делает свои Дитя Смерти. Я делаю Дитя Смерти через Серого Мудреца. И мы получаем всего лишь на 2 дэмэджа больше. На 4. Потому что он еще бьется в лицо параллельно, а я как бы не успеваю. Вот. Ну и плюс то, что он тратит. Ну, это Дитя Смерти стабдека, кстати. Что показывает, что скорее всего у него не будет второго Дитя Смерти. Вот. И это охуенно понимать. О, кстати, сейчас найс темой было бы это все масполи дать. На next бахнуть. Не, все-таки я сделаю так, как хотел. Масполи дам в его килтузада, скорее всего. Рекомендую покупать продукты в Глобус Гурме. Да я с сиротой играю, видите. О, кайф. Да, мне нравится. Ну, все, въебало полетело преимущественно. Ну, тот, кто делает... Ну, плюс я еще как бы игнорирую, во-первых, отсюда дофига дэмэджа, потом я игнорирую дофига дэмэджа с его Дитя Смерти с попугая, если у него есть. То с лицом кайф, кайф. Вот, блять, ну геймплей, сука, такой тупорылый у нас, я в шоке. Ну посмотрите на этот геймплей, это вообще пиздец. Это ж просто, ну, кому расскажи. Кому расскажи. Пиздец, два просто каких-то гиперуебана сидят, колдуют костянов. Если он сделает сейчас килтузада, у него, к сожалению, на одного члена семьи меньше станет.
Но я не могу от этого отыграть. Сука. Ебланище влагалище, пиздун дрочила. Сейчас украдет Теотара, а потом Брана. Да, верим, блядь. Угу. Ой, господи. Как с тобой сыграть? Никак, братик. Ну, можешь со мной попасться в легенде, не знаю. Но я не люблю стрим-снайперов. Привет. Я в ахуе вообще просто. Что это такое? Ага. Думает. Заберу Брана сейчас, но не знаю. О-о-о. Брана не забрал. Это ж надо, блядь. Монетку подкинул. Хорош. Подбрось монетку. Флик. Орел. Решка. Да, добор не помешает, конечно. Еще бы стол почистить минимально. Ну, совсем минимально. Да. Ебал я тебя в рот, сука. Ну, спасибо. Anyway, так, благодарю. Благодарю, благодарю. 3, потом 10 с этого. Да, в принципе, я, пожалуй, вот так сделаю. Потому что, если это Мордреш, то по мне был бы на прошлом ходу летал. Вот поэтому, как бы, поцелимся. Что такое токсичность за года стала? Да не я токсичный стал, а токсичные карты в игру добавили. Захожу, и мне буквально за 15 минут стрима разыгрывают уебище. Вот сейчас вот девятку рандомную, которую ему айсблок дает. Перед этим разыгрывают. Ну я сижу, просто хаваю это, потому что я должен стримить эту игру ебаную. Ну, в принципе, буря. Будет. 12 маны остается. Ага, ну да, все, я понял. Да, я все понял. Я все понял. Ты молодец. Победа за тобой. Ты молодец. Ты молодец. Ты хорошо сыграл. Ты молодец. Ты повторил все мои ходы. Ты хорошо сыграл. Ты молодец. Ну. Такие дела. Хардстоун. Вот так. Ну, то есть... Я, если что, вообще не менялся за эти все года, становился только лучше. Как человек, как личность, как друг, как любимый человек. Вот. Ну, Hearthstone с каждым днем становится все интереснее и интереснее с добавлением карт, которые я бы не хотел видеть, если честно, в игре. Как и многих разрабов, уёбков, которые вообще, ну, нихуя не понимают, как в эту игру играть. И что делать? Но они-то в Irvine, Калифорния живут, да, правильно, на зарплате сидят и рисуют картинки, а я, ну, сижу в оккупированных, блядь, странах, нахуй. То в Беларуси, то в России, вот, и мое ебало вообще закрыто должно быть, так что, ну, давайте на позитиве просто хавать, что дают, как обычно, в принципе. И главное, не обляпаться. Добавим огоньку. АгроДХ, походу, раз он 30 карт играет. Либо это Рога. Это релик ДХ 30 карт. Так, ну это уже интересно, кстати. Ну, можно темпануть, а можно сыграть жадно. Я предпочту сыграть жадно, потому что ДХ никогда не чистит этот стол собственный. Я на некст ставлю Вардена, морожу этот стол, ничего не делает. Потом я делаю монетку и дитя. Трейжу Вардена сюда. Дитя вызывает 1, 2, 3, 4, 5, 6 костянов. И если он ставит еще этого Нагу, да, то это будет 7 костянов, фулл стол. И это, в принципе, можно считать выигранной игрой, потому что такой стол сразу сложно законтрить. Что тебя делает более токсичным, ХС или Дота? Да, ХС, конечно. Здорово, Писюнмен, привет. Привет. Недавно видел видос ХС 2016-2022, это пиздец. О, так тебе, значит, понравится наш коллаб с томатом. Идеальная манокривая. Впрочем, ничего нового. Заказываю латте, ребята, себе с круассаном, чтобы успокоиться.
Так. А, ты нарлял, получается, два удара хаоса. Ага, понятно, верим. Ну, я контрю его ход с ПВом. Предсказуемо, еблан. А, лучше я вызову... Так, надо больше. Но мне повезло, Табдек спас ситуацию. Если бы не Табдек Нолика, я бы не смог сыграть монетку и, соответственно, не сделал бы шестерку. Он сыграл абсолютно правильно. Вот, но нам повезло. Салам, да, да, Сильверклауд, привет, да, я ждал, что ты еще раз зайдешь. С днем рождения, вот. И Дашка рассказала, блин, забавно, как в день рождения многие дарят подарки, наоборот, вместо того, чтобы их получать. Сильверклауд, поздравься с Дрэпауни. Реально, ну, как бы, уважайте старших. Ты на маге только играть будешь? Не знаю, посмотрим по... Наигрался. Наигрался, Буатик. Каких пор территории стали оккупированы? Ну, я про власть, типа. Что делает... Так, ты ответил. Я сам играю в ХС 2014, точнее, как уже играю давно, но с любой людей, у которых еще жопа не сгорела окончательно. Не, ну просто сейчас мне, честно говоря, мета не нравится. Так я всегда люблю играть в Хардстоун. Если бы я не любил играть в Хардстоун, я бы в него как бы не играл. Вот, но, бля. Когда такое показывают... Да, ставь. Давай. Ой, господи. Ебал я мать разраба, который добавил Теотара в игру. Во всех позах, известных человечеству. Ну, в смысле, не самое худшее. У меня теперь нет двух алиби. А у него есть два алиби. Что скажете? Ну и плюс чел сейчас будет раскастовывать... Да, детка, вперед, блядь. О, да. Обожаю. Кто знает, как пишется Зиношари? Есть кто-нибудь? Меня! Выбери меня! Ну, главное ебло ему заморозить, на самом деле-то, потому что он иначе не сможет бить, а там основной дэмэдж ДХ все-таки с лица вносит всегда. Со стола ему сложно сетапиться. Вот. Не, хорошая лего, 100%, офигенная. Просто для меня очень плохо он сделал, очевидно. Мне сложно обыграть вокруг нее, когда у меня 10 смерти вот здесь буквально, да, это самый лучший плей. Вот, а... Ну, понял, короче. Плюс дамардреша немного. Ну, тут идет все-таки уже вопрос того... Видишь, ну не может. То есть, если бы он мог бить, мне кажется, что он бы мог сделать куда больше. Но у нас девятка есть с другой стороны, да? Девятка вообще ебет. Надеюсь, что он сейчас попадет в 4-1. Хотя тут не важно, даже если он в лесу будет карась. И сюда пинг. Просто делаю шестерку. Играем с Ивова. Я думаю, что еще будет время разыграть девятку хорошо.
Плюс мы прокачиваем динатрия немного. У него может быть динатрий вполне, удешевленный динатрий. Он поставил тайник, но если они находят реликвию измерений, то ему хуево. Из 5 карт у него 2 алиби, то есть у него, считай, 3 играбельных карты. Все остальные — это мой сейф, который он у меня украл. Но так как у нас 36 хп с учетом брони, нас это не пугает. Ну, уебище находит реликвию, и всю свою колоду делает за 0 маны. Сейчас будем хавать очень интересные... Ладно, не за 0, но как бы обидно anyway. Ладно, у нас есть девятка, он может пожадничать и не сыграть алиби, а алиби я на его месте играл бы всегда. Пожадничал, кстати. У него 22 хп, но нужно, чтобы все в ебало полетело. Даже не близко. Даже не близко. Хорошо. Ну, 18, как бы, да. 18 это, ну, не летал, но я всегда ставлю динатрия здесь. Чтобы быть на 46 хп, и чтобы он нас точно не пробил. И сейчас курьер Аймурат еще прибудет вместе с кофе, и это будет вообще гениально. А, он ставит второй тайник, у него еще осталась реликвия, которую он заберет по-любому динатрия. Да-да-да. Не помешал Теотар, блядь. Но нет, он не придет. Как жаль. Делать девятку — это гига-абсурд полнейший. Вот. В принципе, можно неосторожного ученика поставить как дополнительный таргет. А, он единичку даст, да? Похуй. Единичку даст. Ну, 40 он не сносит здесь никак. А под браном? А бран был уже. Все, сосать, блядь. Что же это? Да. Просто ждем, пока чел разыграет своего... боже мой. Ну, ты понял. Куты на раза присте много играл? Да, довольно, но не очень. Что произошло? Он просто высрал стол и все? Подождите. Я все правильно понял? Он просто сейчас высрал стол и все? Если он играет звезду, то мне пиздец. Поэтому я буду чистить.